Для юноши, одержимого музыкой, школа Моцарта – это предел мечтаний. Это просто волшебное место. Говорят, у тебя красивый голос. Спасибо. Чтобы стать певцом мирового уровня, нужна жесткая дисциплина. Нужен свой стиль. Полная самоотдача. Что ты здесь делаешь? Пожалуйста, помогите. Ваше высочество. Принц Тамино, королева ночи ждет вас. Юный принц, верните мне мою драгоценную дочь. Я должен спасти принцессу? Вы же справитесь? Я понимаю, как это важно. Где ты был прошлой ночью? В землях волшебной флейты. Ты же веришь мне? Верю ли я, что школьные часы – портал в мир любимого шедевра Моцарта? Нет. Все эти символы, что они значат? Три духа, три дамы, три испытания. Но учти, только ты сможешь сдержать тьму. Ты готов? Даже под угрозой смерти. Готов. А нельзя как-то обойтись без угрозы смерти? Лучше рискнуть, чем всю жизнь гадать, от чего отказаться. Испытание настоящей любви. Смысл всего этого – испытать настоящее чувство. И поделиться им.